Смотрите, где Бася нашел себе место. На полу, на двух покрывалах теплых, с подушкой. Да, Басюнь? Но сегодня он, видите, лег подальше немножко. Обычно прям мордочка на подушке, весь вытягивается, и так ему нравится. Ну, Басюнь, как твои дела? Даже не знаю, вести его потом ветеринарку с зубами-то. Девочки, подсказывайте, не жалуются на зубы-то. Как папа берет курочку в руки, он клянчит, бежит за папой, и мне говорит кусочек, песни поет. Кот веселый, спит ночью с Максимкой вместе. А днем вот тут, в комнате, выбрал местечко у Люськиных ног. Вот, пожалуйста, вторая. Ой, смотрите, смотрите. Эти мои сладкие. Ты тут кувыркаешься. Ты тут кувыркаешься. Ты мой малыш. Разворачивается. И малыш. Сахарный. Любимый малыш. Я смотрела в телефоне ролики свои. У нас Люська была, знаете, какого цвета? Вот такая белая, как ее шея. А помните, я когда ее привела, помощью смеялась, говорю, хвост как от Мурзика. А сейчас смотрите, у нее цвет. Прямо с хвостом она слилась. То есть она очень потемнела за год. Если смогу, я вставлю то видео, но правда там единственное очень грустно, что там Степашка. Все трое они, когда Степан только-только привыкал к Басику. Вот они у нас кушали. И там прямо видно, насколько Люся белая. Также там прекрасно видно, что Бася похудее был, постройнее. А? Тетя, на харчах-то отъелся? Отъелся на харчах? Ага, малыш. Ну, вставлю я вам, в общем, тот кусочек. Посмотрите, насколько Люся у нас была светлая. Она пришла прям светлая. А сейчас, вот, если смотреть на ее попу, прям вот все идеально, да? Нет такого ощущения, что хвост привинтили от другого кота. Вот Люся показала. А вот так была, получается, вообще другого цвета. Как грудка. Она разбудила, мама разбудила. Всех мама разбудила. Я сегодня, знаете, что делала? Сейчас покажу. Я сегодня разбиралась в постельном белье. Собирала комплекты. Там он. Ну, там внизу еще шторы. А так все комплекты разобрала. Полуторки отдельно, двухспалки отдельно. А это наволочки, которые просто покупали отдельно, чтобы без комплектов. И все мои скатерти, которые вы видели на кухонном столе, когда мы снимаем ролики. Вот, видите? Все здесь. Бредок. Ну и одна сейчас на кухне. Чувствую я себя не очень, но расскажу. Сегодня я более повеселевшая, но снимала я, получается, последнюю часть, когда чуть не плакала вам, говорила, апогей у меня такой, двое суток назад. На следующий день мы хотели пойти сдавать еще анализы на антитела, на короткий, на М-ку, но не пошли. У меня поднялась температура, видимо, поэтому мне и было так плохо в прошлый раз. Плохо я себя чувствовала вчера, вообще весь день больше лежала, чего-то пыталась сделать, меня под градом, видимо, не долечилась. И многие девочки тоже написали, что у многих вроде бы и вылечились, а последствия 3-4 недели, 3-4 месяца даже, когда чувствуют себя плохо. Ну, в общем, у меня тоже было такое самочувствие. Видите, сегодня даже страшненько, потому что сегодня мне тоже очень тяжело еще. Про птичку было очень жалко сегодня. У меня про птичку я вам сейчас, наверное, только вставлю кусочек. Думала, в начале вставить или в конце. Ну ладно, давайте сейчас вставлю. Сестра у меня смеется, говорит, ты, говорит, умудряешься даже дома, сидя дома, находить себе какие-то волнения. Сегодня птичка залетела в подъезд, и она, не знаю, до того, как мы увидели, сколько металась в этом подъезде, но мы, когда вышли, ее увидели, она уже с открытым клювиком еле дышала, сердце лупилось у нее. Пока Дениска сбегал домой за ключом от чердака, открыл этот чердак, она уже обессиленная на подоконник села. Потом Денис говорит, возьми камеру, поснимай, может быть, это кусочек хотя бы и для людей интересно будет.
такая красивая, она похожа на воробушка, ну вот по размерчику, а грудка красненькая у нее, видите, вся мокрая, прям пот течет от слабости, грудка красненькая, вот, и, ну, в общем, давайте дальше кусочек я вставлю, вы увидите, чем дело кончилось, как мы ее там спасали, все изволновались. У нас идет акция по спасению птичек. Она нужно брать. А может, ее на улицу вынесешь тогда, если она дастся? Так у нее сердце вон как бьется. Прямо, ты перед ней не маши, возьми ее аккуратненько. У нее уже сил нет, она, видимо, давно в подъезде летает. Бедная. Как жалко. Только обнаружили ее в подъезде, у нее уже сил нет летать. Ну, иди ко мне. Ой, мамочки. Все, взял? Да. Выноси. Она, видимо, уже вымоталась. Мы ей открыли сейчас, но она уже не может взлететь. Дениска мусор понес и увидел, что она тут. Выноси быстрее, жалко как. На деревце. Красивая какая. Красивая, на деревце посади. Представляете, уже и сил-то нету летать. Тут и мухи где-то. Как уж она тут залетела в подъезд. Бедняжка. Так сердце-то лопнет. Ну ладно, спасибо. Сейчас скажет. Ну чего, сидит? Все, в порядке. Полетела? Птичка спасена. Ну она полетела или сидит? Ну, она полетела, села там. А, ну уже безопасное место. Да, все в порядке. Ну, да. Дениска за Васильком пошел. А я Люську, видите, ногой держу, чтобы Люська не вышла. А то она быстро спасет тоже. Вот видите. Ну, Денис говорит, полетела, где-то там села, наверное, может отдышится. У птичек слабое сердечко, но я надеюсь, что она отдышалась и все будет хорошо. Ну что, мы ее зря спасали, что ли? Начала лечиться снова. Сейчас вот опять курс пройдусь с лечением. Мне кажется, я не долечилась в прошлый раз. И сейчас еще немножечко долечусь. И все будет хорошо. Окрепну. И для иммунитета сейчас много чего пьем. Разные. Ну, я не буду рекламировать. Ну, в общем, для иммунитета, для повышения иммунитета там кое-что тоже принимаем. Стараемся, по крайней мере. Вот осень золотая продолжается. Сегодня, хотя 14 градусов, но на улице сухо, дождя нет. Девочки говорят, во многих местах уже идет дождь, у нас дождя нет, так сухо, хорошо. И листья пока красивые, желтые, кружатся действительно прям как в песне. И потихонечку делаю домашние дела. Вот видите, в ящике разобралась. Вчера не смогла, вчера я начала выкладывать постельное белье, ну, в комнату. В комнате раскладываю в разных местах и понимаю, что у меня нет сил. И так спать легла на ночь, ничего не сделала. А сегодня за 3 приема я вот это вот. Надо было каждое постельное встряхнуть, там по новой разложить, сложить. Комплекты друг с дружкой соединить, как бы посмотреть. Вот. Ну, не стала в этот раз расхламляться. Мне даже сейчас и отдавать некому. Из дома почти не выходим, поэтому пока... Не стала я ничего расхламлять, просто убрала обратно аккуратно в ящичек и все. Девочки спрашивают просто, как дела, думаю, ну хотя бы сесть, что-то вам рассказать. Но сегодня какая-то я прям вообще ужасная, какое-то пятно тут у меня вообще непонятно. Вот. Это я была с хвостиком, думаю, ну хотя бы распущу, всяко посимпатичней. Но настроение получше, сегодня настроение получше. Значит идет борьба. Справляемся. Крем для рук у меня заканчивается. Может быть, с вами поперебирать кремы для рук? Давайте переберем еще кремы для рук. Этот влог такой получится. И Люсю повспоминали. Там, пока я смотрела тот ролик, по Степе всплакнула. Уже в августе был год, как Степы нет. Вот, тяжко, конечно, тяжко. Терять близких вообще тяжко. Будь то человек, и, конечно, животных тоже тяжело. Но не сравнить с людьми. Потому что мы же осознаем, что животное – это временная как бы, страница да, нашей жизни.
но тяжело в любом случае, прям все через сердце проходит. Птичку эту бедную жалко опять, вот прямо. Давайте кремы поперебираем. Я люблю кремы для рук. Покажу, что у меня осталось доиспользовать, и мы с вами выберем что-нибудь новенькое. Вот, чем я здесь буду сидеть на себя смотреть и ныть. Я лучше сейчас опять сделаю хвост и переберем кремы. Девочки, помните, я стонала-то около пироженках? Пожалуйста. На следующий день мне муж купил. Был и розовый, и коричневый. Кто смотрел прошлый влог, те в теме, о чем я. Я розовую уже слопала. Вот еще один кусочек остался. Так что меня балуют. Хранятся мои запасики вот в таком ящике комода. Это то, что у меня сейчас в использовании осталось. Мы посмотрим с вами. И, собственно, смотрите, как много у меня еще в запасах. Единственное, что мы сейчас с вами все вынем, вот этот контейнер, это все для ножек. А вот все остальное это для рук. Я сейчас выну контейнера, поставлю на стол, закреплю камеру, и мы с вами все посмотрим. Для ног не будем смотреть, потому что мы сейчас выбираем для рук. Мы не будем тщательно прямо рассматривать как коллекцию, но что-то увидим. Я вам говорила, что крем для лица я использую как ночной крем для рук. Он настолько жирный, что прямо как масляная текстура. А это оливковый крем от Oriflame. И использую я его не просто даже на руки, а до самых вот прямо не локтей, а до плеч. Видите, он какой жирный, он прям вот так вот и останется, вот настолько жирным. Поэтому его я только на ночь. И второй крем осталось вот так чуть-чуть. Это тоже был крем для лица. Я вам показывала тубы 40 миллилитров. И вот тут совсем чуть-чуть осталось. Я его тоже доиспользую. Но осталось прямо капля. И получается, как бы вот эта капля, все, что у меня есть. Ну, а ночной я не считаю, потому что в основном днем тратишь, ну, используешь именно дневной часто крем. Так, из больших туб у меня здесь немножко прибавилось. А прибавилось у меня наследство от мамулечки. Она тоже в свое время покупала, но складировала, не стала использовать. И где-то еще третий и четвертый я у нее уже раньше забирала. В общем, у нее сейчас еще один найду. Три крема оказались. Ладно, то есть вот получается вот такие два от Faberlic, от Oriflame. Так, Avon можно вообще в сторону. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так. И будем выбирать. Oriflame, Avon, Oriflame. Такой. Avon. Красивый какой. Так, и Froché. И Froché жирненький. Вот еще и Froché. Так, вот, наверное, вот этот еще третий у мамы я нашла. Вот, возможно, что-то из них и придется брать, потому что, видите, у меня в коллекцию прибавилось неожиданно целых три. Вот от Oriflame, от Oriflame. Dolce Milk есть. Весна нежный. Это пролине тоже Oriflame. Есть знахарь. Это навьё прямо Биоси. Бора-бора или как-то так. Avon вот с такими мишками. Это зимний крем. Он очень жирненький. Также есть от Джоанна. Черная роза. Тоже их вот сюда положим. Видите, как много. Это только больших. Особая серия. Крем-бальзам для рук и ногтей. Крем для рук. Ромашкин лук. Еще один от Oriflame. Вот такая елочка от Oriflame. Он жирненький. Avon. Avon. Это зимний вариант. Он ваниль. Пахнет ванилькой. Так, это очень легкий рубль бум. А вот еще от Faberlic получается. 4 от Faberlic у меня. И вот от Oriflame еще такой. Но это макадамия тоже на зиму. Вот, это из больших туб у меня вот в одной вот этой коробочке умещается. Ну что ж, давайте выбирать. Ой, я не знаю, девочки. Вот у меня все-таки на эти.
Давайте я возьму вот сейчас на данный момент пион и лилию, потому что не знаю, сколько они у мамы. Ну, года полтора точно пролежали, поэтому, наверное, я сейчас возьму этот в использование. И, может быть, мы сейчас с вами это все уберем и посмотрим малышки. Может, еще одну малышку возьмем. Так, это то, что мы с вами сейчас отложили. И что-то из малышек сейчас выберем. Так, здесь до 50 мл, по-моему, у меня вот только-только приехал в подарок Эвелин. Есть у меня красивая сова. Все думаю, нужно мне коровку такую приобрести или нет. И из красавчиков у меня еще в запасике. Пока жалко открывать, но на самом деле я их тоже скоро пущу в использование. Вот такие милые. Ну, тут лисичка, собачка, наверное, и котенок. От Эйвен у меня еще есть вот такие три коробочки от Планета Спа. Так, бархатные ручки есть. Классный, наверное, вот этот от Ив Роше. Такой прям красивый. От Фаберлик было три, осталось два. Надежная защита и бальзам для рук. Интенсивное восстановление. Вот, возможно, какой-то из них. Либо вот это третий бывает вот в этой вот линейке. Тоже бывает по три штуки делают. Так, есть вот такая киска Оля. Вот такая киска. Люр. Два люрика. Один остался от Ив Роше. А нет, вот еще два от Ив Роше. Таких малышки. Лимиточки, наверное, это у них. Так, есть вот такие бархатные ручки. Это прямо недавно ко мне приезжали. И вот такие вот три котика тоже недавно приезжали. Миндальный маффин, клубника со сливками и персик в карамели. Вот такие три киски. Так, их сюда. И есть еще вот такой набор. Красивый. Так, чего мы с вами сейчас возьмем? Я вот думаю, что этот набор надо вот так раскулачить. Вот. Я вот эту вот упаковочку пока оставлю здесь. И нам надо с вами что-то взять. Давайте вот там пион и лилия. Здесь есть розочка. Тут я не вижу. Какой-то ягодка Berry Mix. Ягодный микс. Молочный вижу. Ой, вот этот, наверное, ванилька. Да, первая роза — это гордения, даже гордения. И тут авокадо, и все, это люр уже, да? Все, пять их было, красивые. Давайте выберем гордению, как-то вот необычно. Возьмем малышку гордению. И я не знаю, надо еще что-нибудь. Может быть, взять одно вот... Одну из таких. Бальзам для рук и крем для рук. Давайте бальзам, потому что я вот все время переживаю за Фаберлик. Получается тоже вот сюда. Не знаю, как уж они у меня пойдут, но, видите, получается, набрали немало. Ну, буду использовать. Сейчас это тоже уберу все. А это в использование пущу.